Берлога и Автогай. Взрыв всех ваших томившихся в буднях эмоций. Танк, который прицельно бьет броневойным прямо в сердечко, не оставив шансов остаться равнодушным ни одного. Сильный голос, тексты, сумасшедшая подача, тотемная мощь через край сцены. Вот он, Сергей Дмитриев, друзья, ваши аплодисменты! Добрый вечер! Ты оставляешь нимбы. Мы ходим, мы ходим, мы ходим по кругу. Отражению витрины.
все хорошо. Thank you.
устал. Я не должен, я не должен устал за воздушного змея, забирая в млечный поток.
И словно поводок на ветру непослушного отца несет меня к тебе, как обрыву, чтоб скинуть в эти глаза. Летит моя душа, все на своем пути, душа сжигая повести. Жерла бесконечности, так и запишу в памяти, так и запишу в памяти, так и запишу в памяти, так и запишу в памяти. Растрепанный ветер, декабрьские лужи, с ветки на ветку перелетел, из вагона выужины. Тянутся снасти, тянутся снасти, тянутся секунды до пропасти. Скинуть в эти глаза и себя обрести. Скинуть в эти глаза и себя обрести. Скинуть в эти глаза и себя обрести. Скинуть в эти глаза и...
звучит песня на стихи нашего чеховского автора Василия Горячка. Тянула пустоты, ведь
приютилась упавшая чайка. Приглушенный крик отражался, как мячик от ребра. А ну-ка сыграй-ка любимую песню. Для этих маячащих копы, для этих маячащих копы, для этих маячащих. Я понял, приехал.
Спасибо.